Всем привет, ребята, с вами Никита. Играем в Cards Card 3 часть. Как видите, я зашел с другого аккаунта. У нас здесь не все тачки открыты. Мы еще не всех тачек спасли от конвоя хищных. И самое интересное в том, что здесь у нас, как вы видите, еще остров не пройден. Но я хочу разрушить такой миф. Кто-то в комментариях писал, что разработчики сделали такую фишку, что можно открыть локомашину, платную тачку, если победить капитана ведро. То есть кто проходит капиташку, тогда открывается остров, и тогда можно получить платную тачку локомашину. Как вы знаете, у нас в гараже некоторые тачки платные, так вот локомашинка, смотрите, это платная тачка, но ее говорят, что можно открыть бесплатно. Сейчас мы с вами это и проверим. Так, давайте возьмем, какую мы тачку, возьмем архивера и сразимся с капитаном ведро. И посмотрим, откроется ли у нас новая локация. Нет, видите, у нас пока локация заблокирована. Но посмотрим, давайте победим капитана ведро. Посмотрим, локомашину нам дадут или нет. И появится ли у нас остров. Так. Ну давайте, конечно же, спинчик крутанем. Потому что архивер слабая машинка у нас. Нам куча нитро прилетела и немножко урона. Так, у нас, как видите, здесь только один дроник в этом аккаунте. Очень слабый аккаунтик. Ой-ой-ой. Зато много нитро. Так, ну давайте подождем капитанку. Вот он. Капитан. Ведра. Ой-ой-ой, как плохо. Не можем под него подъехать архивером. Так, давайте, что будем делать? Надо, чтобы он нас переехал. Вот. Все, у нас переехал. О, нет, я не хочу коптера вызывать. Еще и коптера вызвали. Так, ладно, короче, сматываемся, ребята. Сматываемся. Ё-моё. Вообще ничего ему не отняли. Так, что делаем? Давайте начнем сначала. Начнем сначала и будем надеяться, что у нас спинчик выпадет хороший. Так, давайте крутанем спин в надежде, что он нам выкинет, может быть, броняку и бомбы. Во, хорошо. Смотрите, урон есть. Бомбочка есть. И опять это турбо. Нам турбо поскольку постольку. Так, поехали. Пробуем архивкой победить капиташку. Так, давайте перелетим. Эти все тачки злые. Так, ну где ты? Не хочу брать этого коптера. Так, поддержка с воздуха. Хорошо, сейчас нужно пару бомбочек. Смотрите, ребята, пару бомбочек скинули и колеса оторвало. Колеса архивки оторвало. Ну ладно, пока находимся под архивером. Ой, под капиташкой. Капитана ведро что-то я. Так, что делаем? На тебе бомбочку. Так, ё-моё, мы не можем его проехать. Так, вот. Давай, бомбочки, короче, ребята, скидываем бомбочки. Куча бомб скинули, а что толку? А вот. Есть, взяли жизняку, хорошо, ну что. Идем дальше, на эти колесики нападаем. Так, ну-ка. Куда он улетел? Ну, не знаю, такой глюченный архивер. Да, ребята, видите, все-таки, значит, разработчики делают новую часть, и никто вот эти вот глюки не будет исправлять. Что, все потеряли, да? По-моему, мы потеряли архивера. Ой, потеряли капитана ведро. Ну что поделаешь-то, а? Так, давайте тогда начнем сначала. Давайте, может быть, возьмем другую тачку. Давайте, у нас же там есть берсеркер в гараже. Так, вот, у нас еще есть с вами берсеркер. Давайте, берсеркер, по-моему, должен без проблем сейчас уделать капитана ведро. Так, капиташка, победи, либо пойдешь на дно, капитана ведро. Так, еще спинчика давайте возьмем. 5% рубинчика. О, плюс 10 броняки, хорошо. Ну что, берсеркер, могучая пила. Давай сейчас распилим. Распилим этого капитана. Давайте далеко уезжать не будем. О, вот здесь прилежим и все, начинаем его пилить.
Ух ты, такой мощный, а? Так. Так, так, так. Половину жизни ему отняли. Отлично. Так, я не хочу брать. Не хочу брать. Ё-моё. Что, всё? Ах, коптер. Ну, пришлось, ребята, коптера взять, потому что... Как вы видите... Вау, булава. Так, я попробую восстановиться. Фу, восстановились, хорошо. Ну что, вот он, капитанчик. А что за что-то пищало там, какая-то бомбочка пищала. Так. Ой, нет, только не колеса, не надо, капиташка. У тебя опять колески поломались. Так, ладно, давайте подождем, может быть он... Да ё-моё, он что, опять застрял? Он надоел уже. Постоянно застрёт. А нет, фу, на тебе. Так, ребята, есть последняя бомбочка. Все, короче, я его просто запиливаю. Наконец-то мы его запилили. Ну что, смотрим. Боссика мы прошли. Так, нам, кстати, видите, неплохо так прилетело. 4000 рубинчиков. И нажимаем дальше. Локомашина. Да, смотрите, ребята, что-то происходит. Опа. Так. Была какая-то, ребята, заставка, да, смотрите. И открылся остров. Это насчет острова, правда. Остров открывается. Видите, открылась новая локация. Теперь давайте перейдем в гараж. Смотрим в гараже, в гараже. Нет, локомашина, ребята, не открывается. Локомашина все-таки так и остается. Новой тачкой, платной, платной тачкой. А вот видите, остров открывается. Ребята, достаточно просто победить капитана, ведро и все. И нам, получается, не надо больше собирать карты, да, как мы вот здесь собирали карту, как вы помните. Все, нам, получается, карту собирать не надо. Мы спокойно отсюда выходим и можем проходить с вами остров. Так, еще у нас где-то были тачки... которые мы спасали в конвое. Давайте зайдем в нашу френдопедию. Посмотрим, какие у нас здесь остались машинки. Ух ты, смотрите, мы еще не спасли Бигфута. Не спасли коптера, катка. Дриллера, пилку не спасли. И экскаватора. А, не экскаватора, драглайн здесь написано. Ну, во второй части, по-моему, называлась эта тачка экскаватора, если мне не изменяет память. Ну что, давайте посмотрим, подождем. Быть может, сейчас появится какая-то тачка, которую мы должны тоже будем спасти от конвоя. Так, ребята, смотрим, у нас появилась звездочка, значит, здесь где-то есть конвой. Да, вот здесь есть конвой. Давайте, ребята, сейчас мы будем освобождать от конвоя еще одну тачку. Я думаю, это будет все-таки Бигфут. Да, ребята, смотрите, Бигфута куда-то будет увозить, и мы сейчас с вами попробуем нашего друга освободить. Так, ну давайте, конечно же, спинчики возьмем, потому что у меня стоит комбашка, комбайн, слабенькая тачка. Так, посмотрим. О, нет, одни рубинчики, короче, выпали, немножко брони. Пусть бы пару каких бомб. Так, вот он. Конвой повез нашего друга. Комбайн, ты готов? Поехали, спецмиссия начинается. Так, давайте, у нас 180 метров пока до конвоя. Давайте, может, сразу полетим. Оп-оп-оп-оп. Есть, все, начинаем, ребята, таранить конвойчик. Бигфут, мы тебя сейчас спасем. Есть! Как мы быстро его сделали. Если честно, я даже не ожидал. Да, мы освободили Бигфута. Давайте перейдем в френдопедию. Посмотрим, посмотрим на нашего друга. Так, за него нам дадут 1000 рубинчиков. Что, освобождаем? Освобождаем Бигфута. Есть! Отлично, спасли мы кореша еще одного. Нам осталось, смотрите, сколько, 5 тачек спасти, и мы всю френдопедию соберем с вами. Ну что, ребята, на этом все. Все-таки жалко, нам локомашинку бесплатно не дают. Но зато можно локацию открыть без сбора кусочков карты. А на этом все, ребята. Ждем обновления. Играем в Cards Car. С вами был Никита. Пока-пока.